Дорогие друзья, мы приехали в Ленту. Там сзади машина какая-то крадется ко мне. В общем, Стас достает маски. Нам нужно купить кофе. И еще что-то я хотела купить, уже не помню, что, зубную пасту, по-моему. В общем, вы за этим приехали в Ленту. Оставайтесь с нами, будем вам показывать наши покупки. Ребят, у масок есть свой огромный жирный плюс. Это не видно второго подбородка. И огромный жирный минус. Меня не распознает телефон, когда я в маске. Приходится вводить код и вручную его открывать. Ну-ка, покажи свой фантомас. Ну, давай, иди сюда. Я потом на заставку сделаю. Все. Это будет заставка к видео. Как делаются заставки? Я не парюсь по этому поводу. Я просто беру и делаю этот скриншот с видео. Че заморачиваться? Так что, вот так вот. Ребят, я хочу домой вот такое кресло, оно просто идеальное. Только подушку хочу оранжевую. Оно крутое. Оно стоит 10 тысяч. Я хочу такое кресло. А еще нам нужно посмотреть собор. Пошли. Блин, разочарование года. Собордов нет, остались только насосы для них. Прикиньте. А я так хочу вот такую доску, я не могу. Очень сильно хочется. И нету их нигде. Обидно. Акции тарелочки. Смотрите, с капустой такие прикольные. Еще, кстати, вот такие вот тоже классные. Прозрачные. Малышечки соусники. Так, мне нужна зубная паста. Где она? Вон там. Что, склад? Локолют. Взяли еще мыло вот такое и шампунь Тресемме с мицелляркой. Очень классный, мне нравится. И недорогой. Так, Дашки, Дашки. Ленте, как всегда, активно все полно всяких разных. А мы идем за кофейком. Сегодня, кстати, акция здесь 30% на все кофе и на шоколадные плитки. Вернее, на шоколадных плитках. Мы всегда берем уловаться кофе, но здесь минус еще 30% будет по акции на кассе. Просто, знаете, в спаре оно продается за 249 рублей, то есть минус 100 рублей. То на то и выходит, в принципе. Очень странно. Стас говорит, надо брать просто большие, в больших пакетах кофе, тогда будет выгодно. Взяли вот такой вот ловаться тоже. Кофеечек. А плиточку шоколадную возьмем? Нет. Мне не разрешают шоколадные плиточки есть. Бургеры разрешают, шаурму разрешают. Бургеры тоже не разрешают. Да, я видела. Вчера. Просто ты включаешь такую обиду, что мое сердце не выдерживает, и я кормлю. Видите, как этот, я умею делать глаза котенка из Шрека. Еще здесь очень классная акция есть на все вот эти вот мороженки. Для фам по 19 рублей, представляете, все рожки абсолютно. Хочешь мороженое? Ты хочешь мороженое? Ну, Стас, ну такой вкусненький. Ну такой вот, вот такой вот вкусненький. Таких взглядов. Смотрите, прием в действии, как уговорить мужа на мороженку. Состряпать глазки и сказать, ну, Стас. Смотрите, каких котиков тут продают. Сидят в аквариуме, такие хорошенькие. На, держи. А что на один сидят? Видал, какие? Мороженка за 19 рублей. Супер мизерный. Эконом-вариант. Сейчас говорит, что вкусненькое. Ну как он сказал вкусненькое? Говорит, обыкновенное. Я что-то аж это... Полусырое. Полусырое мороженое? Вялое. Вот прямо его держишь в руках, оно вялое. Ну. Вкусное, но растаявшее такое, да. Ну, как это раз, как раз 19 рублей, да его цена. Дороже нет смысла ее покупать. Тем временем на улице уже плюс 26. Погодка налаживается у нас. Мы сейчас едем в СДЭК, мне нужно получить посылку. Мне пришла какая-то посылка, не знаю, что там. Я уже не помню, сколько я заказываю. Я уже не знаю, когда что приходит. Ой, нет, надеюсь, там что-нибудь нужное придет.
красота на улочке. Стас говорит, может, на озеро позагорать. Вот, думаю, стоит ли, не стоит. Ну да. Делаем все, переделаем, спать. Спать ляжем? Ну, встали в 7 утра или в 6, что-то вообще. Думаю, что-то каждый день рано встаю. Я раньше всегда поздно вставала. Я поздно ложилась, поздно вставала. Сейчас поздно ложусь, встаю рано. Но сегодня мы что-то случайно встали. Ну, я даже не поняла, почему. Обычно там из-за жары или наоборот, куда холодно встаешь. А тут как-то непонятно. Ребят, у нас тут час почему-то был сейчас. Мы неожиданно приехали домой, и нас затянуло в одеялки на царство, в подушечки на государство. Вот. И мы решили вздремнуть, и что-то капец. И проспали полдня. Ну как полдня? Часа полтора-то точно. А мне, видите, пришли мои амулеты. Я потом вам отдельно их покажу, сниму, расскажу про каждый. Очень красивенькие. Перекрутились немножко. Сейчас я вас вот так вот. Стас, ты выспался? Сказал, ты не будешь меня снимать. Я тебя не снимаю, доктор, говори, я себя снимаю. Пускай на красоту смотрит, что на тебя смотреть. Правильно. Выспался? Нет. Нет, еще мелкий будешь? Звонил. Короче, мелкий звонил. И звонил, и писал, потом опять звонил, опять писал, опять звонил, опять писал. Что мы делать-то будем? Кофе пить. На машину идти, кофе в машине осталось. Ты сходишь? Да. Сбегаю. Метнусь. Кабанчик? Да. Почему в темноте лежим? Не знаешь? Блин, я до светильника не дотягиваюсь. Ай-ти. Сейчас докорячусь. О, да будет свет. Вот так намного лучше. Я тогда же симпатичнее выгляжу. Вы представляете, я вам снимаю постельную сцену практически сейчас. Вот так вот я выгляжу. Я на самом деле без грамма макияжа. Вот так я выгляжу, когда я просыпаюсь. Просто никаких синяков под глазами. Просто идеальная красотка. Сейчас, короче, что делаем? Сейчас Стас идет за кофе. Пьем кофе. И в прямой эфир. Угу. На твоем канале. Да? Девчонки, приходите в прямой эфир на канал «Мужик Нины Ши». Я это видео прямо сейчас опубликую, и через где-то полчасика мы выйдем в прямой эфир после публикации этого видео. Примерно, может, пораньше. В общем, посмотрите видео и сразу быстрее на канал смотреть прямой эфир. Может, еще успеете к нам. Все, всех люблю, всех целую. Пока. Ай, моя зая. А кто там с мокрюшей? Смотри, папа тебе что принес. Даша, может, тебе вкусняшу купили? Ну, помани ее на этот, да, этот коляш. Она очкуется своему сюши. Ага, как я сейчас мокрюшу выпущу и что-то вкусненькое у вас возьму? Вы что, с ума сошли? Я не верю своему счастью. Папа, что там? Скорее. Да. Будешь? Конечно, буду. А как игрушечку выпустить из пасти? Я не знаю, что делать. Даш, куда пошла? Иди сюда. Ешь тут, ложись, кушай, ложись. Давай кушай. Ой, как вкусно. Ой, довольная какая Мося. Аж мокрюшенька. Смотри, как он на тебя смотрит. Типа, человек, что ты на меня смотришь? Дай поесть. Я сейчас отберу. Она пошла, зажала, убежала, прикинь. Все, смоталась. Мокрюша, Даша, делиться будешь? Даша. Нет, все. Там это гиблое дело делиться. Ну, нет? Она поделится. Давай, тогда... дай сюда. Отдай. Ну идем сюда. Иди Даша, к нам. Дай. Ты что от нас ушла? Ну давай. Ну что ты рычишь, а? Даш. А этого надо? На этого. Поменяемся. На? Все, друга предала. Мокрюша предала. А знаешь, что мокрюша никуда не денется? Ой, вкусно как. Ой, как вкусно. Ням-ням. Ой, вкуснота какая.
Напишите в комментариях, вы даете своим собачкам какие-нибудь вкусняшки, чтобы они зубки чистили. Мы у Дашки периодически покупаем. Если не забываем. А еще мы подсели вот такие штуки клевые. Порезался? Нет? Не успел? Я ж напугалась. Напугалась. Вот такие штуки вкусные покупаем. Кофе и вот пастила. Я ее в Сочи безумно обожала. Сейчас здесь продают недалеко. О, манговая! Манго, это вишня и фейхоа. В общем, у нас рядом с домом есть фруктовый магазин. Кстати, мои подписчики, они, привет им огромный. Вот, и они всегда продают различные вкусности, в том числе и такую пастилу, у них фрукты всегда свежие, очень вкусные, мы только у них берем. Так что, если кто-то есть из Академа, бегите все туда. Вот, вкусняшечка.